Тоже является частью вселенной. Вау! Вау! Ей! Короче, настроение огонь, жара. Ой, сейчас поменяй фильтр, а то можно будет вообще взгреться от ужаса. Да, короче, мы в Кремле. Кошмар. Так, давайте что-нибудь другое. Что, друзья, сижу в Кремле на одном из мероприятий. Сразу после съемок «Мисс Русское радио». Скоро в эфире. Смотрите. Кажется, будет достаточно смешно. Так, что тут у нас? Слышь, чё? Так, можно автограф? Ребята, короче, как дела? Что тут, блин? Короче, не знаю, что поставить. Да, как дела у вас? Чем заняты? Как настроение, как погода? Здорово, как вообще вы слушаете там? Не обращайте внимания, у меня если что. Эффект! Эффект! Как вам, кстати, новый трек? Проностальгировали немного. Вот. Ну что, ну на самом деле много кто делает реплики в этом ключе. Вот, я тут вспомнил сегодня ролик «Мулатка-шоколадка». Кстати, фотку сейчас повешу сюда в сторис. Встретил 2 дня назад актрису, которая играла в этом клипе. Вот, тогда мы начали линию ностальгии. Сейчас прям все такие: а, чё, как, кто? Кто из артистов первый? Ребята, о чём вы говорите? Это каждый год вспоминают все. Так или иначе касается. Вопрос в том, кто скажет это ярко, кто выскажется об этом ярко. Кто... именно в сегодняшнем дне сделает так, чтобы музыка осталась у вас в плейлисте. Очень хотелось бы, правда. Я смотрю по хэштегу, иногда перехожу и смотрю, сколько вас там с вашими историями. О, кстати, Юра Титов вышел на сцену. Пара-па-пам, пара-па-пам. В пустоте слова и звуки, так хочу твои и руки. Ну зачем этот маршрут мне в сердце? Я классная песня. Знал все о любви и мне так обидно. Просто знал глаза. Да где же здесь звук? Я не знаю. Если где-то делается звук погромче. Не видно. Ищу на ладошке. Это любовь понарошку. Так вот, я говорил по поводу белых роз. Про белые розы. Блин, у меня, кстати, интересный материал собирается. Там еще много авторского, вот, того, что я написал. Там трека 4-5 точно будет. Вот. Из-под моих рук. Вот. Так что очень-очень-очень хочу поделиться. Я... Вот, как вам, кстати, зашло? Все о любви и мне так обидно.
Да, я читаю, читаю, пытаюсь сделать несколько дел одновременно. Так, 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 так. Здорово, здорово, всем здорово. Всем прекрасного вечера. Я скоро на сцену, поэтому сумбурно, суетно. Ночью захотелось что-то выйти в прямой эфир. Ха-ха-ха, Димон Моложавый. Альбом очень ждем. Алин Меломан. Скоро, скоро. Блин, ну прикольно. Тоже мнение. Это Коспа 90. Это реплика. Знаете, реплика, она отличаться должна. Сам привет, спасибо, 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 спасибо. Да, кстати, я сегодня вышел такой в люди, такой думаю, так, как-то вообще, что делать с лицом-то вообще, как-то непривычно, да? Сразу хочется сказать, ты. Когда в Тюмень скоро, все скоро. Привет из Болгарии, здорово. Нет, не помню, когда мы фоткались. Так, что хочу сказать. Короче, интересно. Интересно все время делать что-то, как-то искать новые интонации. Вот. И с белыми розами. Я думаю, классный ностальгический такой экскурс в прошлое. Вот, скоро пойду на сцену. Дайте мне собраться. Я поздравляю вас с вашим персональным праздником. Успехов. Роза ваша очень. Спасибо. Давайте вам классного вечера. Вот, все будет классно. Спасибо, Роман Юрий. Ну такой эфир.